Привет, друзья! Мы продолжаем проходить ПВЗ 2 китайская версия. И у нас новый день, да? Давайте соберем подарочки, все, которые тут есть. Нового дня, так сказать. Посмотрим, что можно купить за монетки. Все скупаем. Брюлики пока тратить не будем ни на что. Так, ну и давайте по сундучкам. Здесь что-нибудь есть? Ну, нам это не нужно, друзья, ладно. Потом, может быть, как-нибудь выпадет что получше. Здесь мы открыть не можем. Давайте теперь посмотрим, что у нас здесь. Ивенты, конечно же, недоступны пока что, да? А будет то ивенты темных веков. Что у нас здесь? Ну, обычно вот это вот я скупаю, друзья, вот эту фиготень. Возможно, пригодится для прокачки каких-либо растений. Вот, точно не знаю, но вроде бы как это нужно. Так, то, честно говоря, я даже не представлю, для каких растений. Может быть, уже что-то можно прокачать, но не знаю. Да, вот можно, кстати, двунаправленный горохометик вкачать. Вот сейчас только приобрели пазлы, да? Теперь у нас 2 уровня. Ну, неплохо, неплохо. Теперь давайте посмотрим, что там у нас с Гаргантюа. Он залочен. Но, видать, когда нету возможности играть на ивентах, он всегда будет заблочен. Так, что у нас здесь? 3 стрел, можно опять же эту стенку качать. Но я думаю, что качать дальше 3-го смысла нет никакого. А все остальное нам тоже не особо нужно. Так, ну здесь сложно сказать. Ну стенку точно не хочется качать. Давайте, может быть, вот это стеклышко. Хотя зачем оно нам? Ну, он может пригодиться, друзья, может. Давайте качаем. Стеклышко всегда меня выручало, правда, в международной версии, когда были какие-то странности и непонятности. Постараемся его по-быренькому сейчас укокошить. Тут я не думаю, что будут какие-то сложности. Быстро сдохнет, друзья, вот именно вот этот. Добьем его еще по-быренькому. Видите, у него как быстро уходит здоровье. Ну, потому что он более такой легко убиваемый. Так, те ребята с булавой здоровски сейчас будут нам мешать. Ну, мы успели его забороть. Молотом с этим, да? Ну, 3 пазла всего, ладно, хоть что-то. Так, что там еще мы можем забрать? У Йети? Ну, Йети, наверное, тут без вариантов ничего нам не даст. Это все у нас уже есть. А вот это вот под вопросом. Давайте, ладно, вот эти вот... крокодильчики, да? Фасолина это, кажется. Ну, опять же, друзья. Как мы здесь действовать будем? Просто-напросто заборим ситуацию тем, что у нас совсем справится кошка-мышь. Она полностью разберется с Йети и со всеми прочими. Thank you.
появляются наши йети. Давайте их немного приморозим, пусть они так сдохнут. Сваливай, да? Пришлось взрывать, иначе бы свалил. Они могут, друзья, убежать. Пазлов добыли, может быть, один или два. Один, друзья. Все остальное монет, конечно же, это все с семьи эти упало. Так, ну вроде бы все посмотрели так-то, да? Давайте продолжать. У нас был в прошлый раз фонарик получен. Мы посмотрели, что тут бывает туманы, чего нет в оригинальной, скажем так, международной, да, друзья, версии. Вот, там туманов я не припомню. Но вот здесь они есть. Смотрим, что там на третьем не будет. Ведра, во, какой-то странный зомби, я такого не видел. В маске. Посмотрим, что там за зомби. А, любопытно, любопытно. Сейчас узнаем, что он делает. Опять же, фонарик. Так, ну что мы тут возьмем-то? Ну пусть будет все то же самое. Так, ну сейчас они все слабы, мы вначале должны бы как бы посмотреть, что делает вот этот чувак. А я не знаю, что он делает. Фонарик у нас залочен, хорошо. Посмотрим, что он делает. Идет обычный чувачок. Он ничего нам никак не опасен вообще прям. Он просто идет и идет, никого не трогает. Он безопасен для нас. В кавычках. Так, вот тут еще мелкие появились. Вот он, вот он, чего там делать будет, чувак этот. Вот он что-то выпил. А, я не успел заметить, что он там сделал. Что-то выпил, друзья. А, этот чувак выпивает что-то. После этого он становится каким-то таким опасным. Смотрите, он опять что-то выпил. Чё он будет? Давайте смотреть, что там. Вот он идет. Он как воришка какой-то, да? Вот идет, идет. Звездочка сработала, подкладка. Что-то он делает, вот этот воришка, точно не знаю что, но мы еще узнаем, что он делает. Фонарик нам тут сейчас хорошенечко все посветит. Я его кормил. А, он исчезает, друзья. Он исчезает. Этот чувак исчезает, когда что-то выпьет. Смотрите, его практически не видно. Его так видно, но не очень хорошо. Этот чувак исчезает.
Понятно. И мы потеряли один фонарь. Ну, это, в принципе, не страшно. Это типа ворон исчезает, друзья. Давайте заберем 3 звездочки. А, все зомби потолстели, но мы с ними легко справимся. А тут, наверное, хватит одного фонаря, я думаю, вполне себе. А звездочки неплохо так себя зарекомендовали, почему бы их и не оставить, я подумал. Окей. Музыка хорошая, друзья, здесь очень хорошая такая музыка. Одну сюда вот. Сработала подкормка на звездочке. Вот он, этот воришка, он исчезает. А есть подозрение, что я не смогу с ним ничего сделать, когда он станет совсем невидимым. А, видимо, фонарю снова нужна подкормка. Давайте-ка ее на него заюзаем. А звездочка у нас не слабенькая, друзья, поэтому все хвалит четвертого левела все-таки. Так, ну, куда-нибудь плент подкиньте, смотрите, вот он, видите, исчезает. Его практически не видно. Ух ты, как быстро проели, надо же. Орех, кстати, тоже быстро проедает, несмотря на то, что он 4 уровня. Разобрались с последним ядром. А, фонарь в подкормке полностью все светит недолго. Что печально. Полностью освещает, да, всю территорию, я так понимаю. Непродолжительное время. Так, ну опять одежка для вот это вот дыма гриба. И следующий уровень, 4-й, он какой-то особый, друзья, потому что здесь колечки. Опять же, здесь будет вот эта тваришка. Ага, и смотрите-ка, нам подкидывают растения по конвейеру.
Но это сильное растение, друзья мои. Это очень сильное растение. Будет также туман, судя по всему. Разместим вот здесь фонари. Поторопился я немного. С этим фонариком его сейчас, наверное, съедят нафиг. Да, его съедят. Ну ладно, пусть он ест. Этот гриб у нас очень силен, друзья. Ну видите, да, что он делает? Гриб силен. Нам, в принципе, одного фонаря пока что хватит. Вполне. Можно вторым пока что не заморачиваться. Воришка снизу. Расставим на нем акцент. Усилим. Два ряда этих грибов, конечно, просто легко справляются здесь. Вот эти вот снежки все рикошетят. Могут и в нас отлететь, но для нас это совсем не критично. Это вот образовывается воронка, друзья, кто не знал, и туда зомби проваливаются. Ледяная такая воронка. Честно говоря, не понимаю, зачем здесь фонарь, если тумана нет. Может, он потом будет? По-моему, тумана так и не было. Непонятно, зачем фонарь, но, может быть, потом будет нужен этот фонарик. Посмотрим. Так, ну давайте забирать 3 звездочки. Все то же самое, но у нас вот самые простые зомби 3 уровня. Прочие 2. Но мы с ними, конечно же, легко справимся, потому что у нас более прокачанные растения, и проблем тут быть не должно вообще никаких. Лучше их сразу высаживать, чтобы они подрастали, эти грибочки. Даже не знаю, зачем фонарь ставить. Вот сейчас проверим, будет туман или нет.
кстати, вот не уехали, смотрите, хочу, да, ну ладно. А еще один. Запоздало ушел под землю, ну ладно. А, тут у нас воришка вот так появился. Интересно, воришку можно затянуть? Да должно быть возможно, давайте проверим. А, он сдох, к сожалению, так не проверишь. Это чё, мы сместили даже наш картошечку? А, кто-то ушел под землю, да, кто-то наоборот. Нету тут тумана, друзья, это какой-то обман с этими фонарями, зачем они, непонятно. Может, для того, чтобы воришку этого увидеть, скорее всего, под фонарем его видно, я подозреваю. Пишите, кто что знает по этому поводу. Воришка, можно проверить, фонарик поставить, но он уже сейчас будет уничтожен, мы не сможем проверить этот момент. Но я почти уверен, под фонарем его должно быть видно. Там кто-то пишет, похоже. Опять пазлы для костюма на дымогриб. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, посмотрим этот пятый день и на этом завершим эту серию. Смотрим, что там такое. Там как раз вот этот дымогриб должен присутствовать. Появляется шут. Да, этот шут неплохо убирается дымогрибом. У нас китайский безумный Дэйв. А, говорит, что не менее безумный шут тут будет, и надо будет к этому делу приготовиться. Ну, на самом деле, шута можно разными средствами останавливать. Давайте выберем самое... Вот интересно, вот этот вот... Магический гриб, он откидывает его или не откидывает? Проверить можно. Так, что еще? Фонарь пусть будет на всякий, это можно убрать. Так, вот это тоже непонятно, откидывает или нет. Можно проверить. Так, бомбу, наверное, уберем. Давайте вот это возьмем. Можно было вот этих, кстати, поставить нунчакеров. Они бы с ними нехило так разобрались, я думаю. Давайте, может быть, если успеем их поставить, посмотрим. На все это нужно много солнца. Ну, дымогриб, понятно, что справится. Вот интересно, справится как другие. Дымогриб, правда, первого уровня, но это как бы ладно. Давайте-ка нунчакеров тут разместим, поглядим, что как происходит. Насколько они будут эффективны против шута, может быть. Здесь можно вот чувачка этого. Упс. Гаргантюа. Ну, сработала подкормка, друзья.
Потому что у нас максимальной прокачки идет вот этот вот магический гриб. И поэтому сейчас эти гаргантюа всех будут укакашивать. Даже вот эти могилки, смотрите, что делает, да? Просто без вариантов. Там он прибил, он тоже гаргантюа. Малых, кажись. Малых вот этих вот обычных зомби. А вот он шут. Сейчас посмотрим, отбивает он. Нет, нет, он сразу сдох почему-то. Но, видимо, магический гриб его сразу валит тоже. С вариантов. А, так, друзья, что за фиготень? Давайте-ка. У нас тут малости могли. Появились зомби нехорошие, прям под носом пришлось этот гриб задействовать. Да, он, смотрите, не отбивает все-таки от магического гриба, он ничего не может делать. Вот. Можно было еще вот это проверить. Так, проверить надо вот это еще. Блядь, здесь разместим. Так, а ты куда идешь? Заметно так подходит. Так, ну кажется, все. Но здесь подстава, друзья, была. Подстава. Зомби повылазили в центре поля. Ну сейчас-то мы к этому будем готовы, конечно же. Давайте заберем 3 звезды. А зомби будут 3-го уровня. В частности, ведром и конус, то бишь. А, довольно-таки далеко будут доходить. Ну что мы сделаем? Ну эту борода мы ее уберем, короче, вот этого нунчайкера. Ну его нафиг. Возьмем вот это. Так, что еще мы возьмем-то? Вот интересно, вот эту херню отбивает он, нет? Наверное, отбивает все-таки. Будет неприятно, если этот снаряд обратно прилетит. Так, что еще? Чтоб такое прихватить там. Даже не знаю. Давайте вот это захватим. А сейчас попробуем сделать упор на вот это растение за 450. А растение за 450 хорошее. Но оно чертовски дорогое. Да, тут тоже понадобится стеночка, кстати сказать. Уж больно чуваки крутые здесь идут. Уже.
поедают наши грибочки. Конечно, это растение дорогое вывезло, включая стеночку. Но все равно, чтобы высадить в два ряда это растение, надо, ну, прям колоссальное количество солнца. Что здесь? Опять у нас будут... Ну, гемы. Гемы и снова костюм, да, для вот этого дымогриба. Ну что ж, я думаю, друзья, мы на этом остановимся. В следующий раз продолжим. Я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся.